Здравствуйте, зрители этого канала, подписчики, всем привет. Вот, словил я рой, снял я его. Но ловушечка немножко снизу была поврежденная. Пчелки вылетели. Сейчас буду заматывать вот в материал. Нет у меня с собой полиэтилена. И будем завозить. Ловушка средней тяжести. Это поздний рой. Сегодня 29 сентября. Вот, не было времени снять ловушки, потому что она дальняя была. Сейчас пойдем за второй. Ну, вот так мы замотали ловушечку. Сейчас ее в машину поставим и пойдем другой смотреть рой и быстренько завезем на пасеку. Вот, сейчас, благо, дело прохладно, пчелы не должны запариться. Быть голословным, хочу показать, какие надо преодолеть барханы и грязи рейлову, чтобы добыть свой заветный рой. Вот такое надо иногда и проезжать бездорожье. Вот. Благо дело, есть вот такая машинка, которая может проехать вот под таким грязем, суглинком после тракторов. Вы видите, что даже бывает и трактор застрянет. Вот, как-то так. Ну, еще раз всем привет. Во второй ловушке, ребята, ничего не было. Я ее снял быстренько и поставил в машину. Сейчас едем на тачок, оставляем тот рой, который мы словили, посмотрим на днях его. Вот, сейчас поедем за другими потом ловушками. Ну, вот, мы довезли рой, сейчас будем его открывать. Вот, пускай они привыкают, и через пару суток мы его переселим в этот домик. Ну вот, мы открыли ловушечку. Пчелы, конечно, бедненькие. В шоке. Ну а что сделать? Не оставлять их в лесу погибать. Если даже маточка погибнет, у нас есть запасная, небольшой отводочек. Мы соединим с этими пчелами, и будет все у нас супер. Вот тут, как я говорил, повреждена была ловушка. Оттуда вылетали пчелы. Пчелы вот после такого переезда, видите, не сильно злобливые. Чувствуется его порода, вы видите, да, улитка, машу рукой. Вот. Так что семья хорошая. Не сказать, что сильно злобливая. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте палец кверху. Подписывайтесь на наше видео. Пока-пока. До новых встреч.